Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено кормлению канареек разнообразными травами. Зелень, это будет одуванчик, мокрица, пастушья сумка. Все это будет в виде зелени, предложено птице. Птица уже давно, ну если быть точным, уже 3,5-4 недели птица кушает зелень. Начинали мы потихонечку, помаленечку. Сейчас птица уже вошла на питание с зеленью. И вот сегодняшним утром, обратите внимание, все уже готовы, ждут. Сейчас я размещу зелень, установлю камеру поближе, вы все понаблюдаете, как мои канарейки кушают зелень. Обратите внимание, что помещение просторное, большое солнечное окно справа, то есть птица получает и солнечные ванны, и воздушные ванны. И сейчас получит еще и прекрасную свежую зелень, благодаря этим фактором птица чувствует себя хорошо, выглядит красиво, и я надеюсь, получит, порадует меня хорошими птенчиками. Приятного вам просмотра! Это будет замоченное, пророщенное зерно. Это будут шикарные свежие одуванчики. А это будет мокрица. Сочная, свежая мокрица. Все мы это размещаем на специальном стенде. Пожелаем канарейкам приятного аппетита.